Законный угон. Неправильно припаркованные автомобили эвакуируют из дворов. Водителям, оставивших свои железные коней в неположенных местах, на газоне или детской площадке, не только придется забирать автомобиль со стоянки, но и заплатить приличный штраф – от 6 до 15 месячных расчетных показателей. Вот, к примеру, владельца этого «Мерседеса» ждет неприятный сюрприз. Выйдя на улицу, свой автомобиль карагандинец не обнаружит. Все потому, что автолюбитель устроил стоянку прямо на детской площадке. А это запрещено по закону. Дорожные полицейские факт зафиксировали. Теперь легковушку ждет дорога на штрафстоянку. Сотрудники ГАИ активно занимаются выявлением нарушителей. Недобросовестные водители умудряются не только загородить проезд, но и оставить авто прямо на детских площадках, клумбах и пешеходных переходах. Только с начала года из жилых зон было эвакуировано 29 автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Согласно статье 463, части 2, нарушение правил стоянки, значит, влекут штраф в размере от 6 расчетных месячных показателей. Данная работа будет принята во внимание и будет продолжаться постоянно. На постоянном основе будем работать в этом направлении.